Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на Жемчужной России. Сейчас вместе с вами прокатимся по Пионерскому проспекту. Посмотрим, что здесь интересного происходит, как он вообще, в принципе, выглядит. Стартуем, как я сказал, с конца и едем в Анапу в начало. Интересно, конечно же, получится, чтобы все это видео записалось или нет. Ну, начинаем. У нас тут разнообразные пансионаты. С левой стороны огромное количество разных парусов. С правой стороны у нас бывшая Москва, нынешний Анапа находится. Следом за ним идет Селена и проход к морю. То есть первый был на Жемчужине, проход к морю. Второй вот здесь находится, на Селене. Вы можете просочиться. Кстати, будет интересно собрать в одно место все проходы к морю. Вы все их можете посмотреть на канале. Здесь тоже, кстати, очень много людей. Надо поактивнее, наверное, снимать подготовку к летнему сезону, то я так не все вам покажу перед летом. С правой стороны Одиссея, с левой стороны у нас Пламя. База отдыха, главное еще не путаться. Здесь люди паркуются, на улице, да, и теперь туда проблематично пробраться, потому что теперь здесь и цепочка, и нашу зеленую зону захватили, огородили заборами, а там еще и бетон в дюны залили. Администрация никак не реагирует, в принципе, как и полиция. Здесь с правой стороны Черноморец восстанавливает детский лагерь, в дальнейшем будет. Очень надеемся на быстрое возрождение. С левой стороны Кубанская Нива находится. Также мы подъезжаем к комплексу Кавказ. Раньше здесь был детский оздоровительный лагерь, сейчас, смотрю, там какое-то строительство идет активно, но что это будет за забором, пока непонятно. Здесь сделали очень шикарное благоустройство, и тут на море направо проход. Это уже у нас четвертый, да, если считать, Жемчужной России. А с левой стороны у нас хуторок, там огромное количество отпиленных от Кавказа территорий, на которых строятся апартаменты. И с правой стороны бывшая Волна, нынешний, честно, не знаю. Пляж Волна называется, вот так вот это место. Он, смотрит, какие гостиницы с левой стороны здесь появляются. Конечно, нереально даже выглядит. Едем дальше. С правой стороны у нас называется место Лазурный берег. С левой стороны это НПО Лавочкина, Нептун. Там на территории даже стоит луноход. Она по Нептун проехала. И с правой стороны все еще вдоль территории едем. С Лазурного берега. С левой стороны был раньше Юнга, детский санаторий. Намечен его зашел в Министерство обороны. Так до сих пор и зависли все эти здания, весь этот комплекс. Тут проход к морю возле речки Можепсин и пляж Можепсин называется. Едем дальше. Здесь проход к морю возле Альфа. А нет, не возле Альфа, это сюда тупиковый получается. Здесь вот возле Альфа, с правой стороны, тут дюны снесли, выкладывал в Телеграм. С левой стороны у нас был тоже там небольшой комплекс, в котором можно отдыхать. С правой стороны бывшее Северное Сияние проезжаем, а с левой стороны 4 сезона, небольшой частный сектор. За ними идет Олимпиец, бывший Прометей, господи, уже плохо работает голова над памятью, да, вытаскивать оттуда название. Мне понравилось, как стелу переделали у Прометея в Олимпийца, просто его чуть-чуть подкрасив. Вот мы ее проехали. С правой стороны Сибур-Юг, дорогие мои. Огромное количество машин стоит на дороге. Ну, парковками беда. Надо строить многоуровневые, чтобы туда все машины появлялись. Потому что Анапа самолетами недоступна, на поезда билеты не купить. С левой стороны Фея-3. Проезжаем, огромная территория. А с правой стороны Солнышко, по-моему, так называется. Или Солнечный, точно не вспомню. И постепенно въезжаем в Джимате. На территории Джимате есть тоже огромное количество баз отдыха. Но их как-то выделять будет сложно. Допустим, вот с левой стороны ресторан Кисмет. Заканчивается Фея-3. Начинается Олимпийская деревья. Следующий Олимп и проход к морю. Представьте, от Можепсина, считайте, первый, да, вот этот вот проход к морю кривой. То есть вот такое расстояние, нет ни одного прохода. Это беспредел. Я считаю, что должны быть там проходы, люди бы ходили туда больше на пляж. Будем мечтать, конечно, что где-то когда-то сделают. Мы проезжаем Джимате, двигаемся к гостевому проезду. Он у нас впереди. Здесь, как я говорил, с левой стороны можно выделить, наверное, Рябинушку, одну из больших, там и Курский Соловей, там кого только нет баз отдыха именно вот на этой улице. Ну, в основном просто частный сектор. Там мы видим с левой и с правой стороны, потому что туда, чтобы разглядеть их, надо подъезжать. Кстати, вот посмотрите, с левой стороны красивейшие просто розы в этом месте. Виды отличные.
я так могу констатировать, и людей, в принципе, в ЧМТ уже тоже много. Так резко сказать, начинается сезон невзначай. Направо посмотрите, гостевой, налево гостевой. Двигаемся дальше. Как-то пограничник с левой стороны. А здесь у нас форт как-то там назывался, с правой стороны тоже большая территория. У них там несколько домиков находится. Вот реально, надо карту себе делать, чтобы все названия, к сожалению, очень сложно запоминать. Здесь у нас восстановление идет детского лагеря. Блин, пригласили сюда посмотреть, потому что разговор был о том, что можно будет зайти на территорию, показать, насколько там интересно все сделали и восстановили все. Очень интересный детский пансионат. Будем надеяться, конечно, что получится когда-нибудь там побывать. Такая территория, здесь вон дороги делают, новые здания, либо старые, как хорошо обработали. Солнышко, или тоже как-то так назывался. Он возле старого ЧМТ находится, и территорию действительно привели в порядок. Дай бог, как говорится, чтобы территории такие не забрасывались, а развивались. С левой стороны Ява, здесь улица Гулаева, там тоже находится пансионат имени Гулаева. Мы въезжаем в центр ЧМТ, дорогие друзья. Направо у нас опять-таки проход к морю. Первый проезд был гостевой, первый проезд будут уральские самоцветы. Сколько там машин, сколько людей. В ЧМТ, по-моему, наверное, самое такое сконцентрированное по количеству народу место. Хотя вот я сегодня вышел туда вот на пансионат, да, на Лог Витязь, посмотрел, там довольно-таки тоже много людей, просто мы их на прогулках не видим. С левой стороны работают разнообразные кафе. Хинкальная, да ладно, представляете, Гулливер превратился в хинкальную. С правой стороны уральские самоцветы, проход к морю, здесь заливают потихонечку бетончик, так сказать, расширяя площадку. Мы уже сделали полностью всю ее. Ну, как есть, так есть, ребята. Налево улица Ростовская, здесь все два проход, уральский, пройти тоже можно к морю через него. То есть в ЧМТ, видите, насколько постоянно вот, проход к морю, проход к морю, проход к морю. Это большой плюс, допустим, этих территорий, потому что даже если в Сочи посмотреть, там такого нету, там сплошные заборы. У нас вот, правда, хотят прийти к тому, что тоже будет везде забор, никого пускать не будет, но я буду надеяться, что будем биться до последнего. С Суком мы с вами, надеюсь, что все получится. Направо туристский проход к морю, опять-таки там много частного сектора, смотрим по сторонам, где-то даже чуть-чуть притормозил, не разгоняюсь, потому что действительно есть что рассказать и показать. Были уже очень много столовых, вот Рай сегодня выкладывал, открылась. Здесь у нас рота ДПС находится с левой стороны, а в ЧМТ здесь находится парк аттракционов и аквапарк Тигитак. Слушайте, парк аттракционов заиграла музыка, значит, уже готовится к открытию, что есть тоже хорошо. Здесь проезжаем, у нас с правой стороны тоже большие, так сказать, пансионаты построены. И проход к морю называется гостевой проезд. Здесь мы немножко притормозимся. Увидим, что с левой стороны готовится столовая к открытию. И с правой стороны вот тоже уже очень много точек разнообразных пооткрывалось, работают. Здесь пешеходный переход, остановка слева, видно, которые можно, так сказать, прикупить, прийти круглогодично, причем. И вот Валенсия отель, который впереди находится, про него тоже очень много отзывов попадается. Так что будем вам благодарны за них. С левой стороны это вообще как бы такая территория АЗОС называется, раньше по пансионату, который там находится. Вот с правой стороны здесь новые там ЖК Пионерский, либо апартаменты на проспекте, ну, разные названия. Тоже хорошее место, квартирку можно снять, если что, обращайтесь к Джанику, он вам там чего-нибудь подскажет. Смотрим с левой стороны Пивбар-Скат. Вместо магазина, что ли, открыли, магазин тоже есть, потому что магазин там всегда работал. И направо проход к морю еще один. Здесь можно прогуляться. Вот с левой стороны как раз-таки пансионат АЗОС проехали. С правой стороны Эллада как раз-таки у нас находится. Она у нас к Нелголовикам относится. С левой стороны будет Золотые пески к Сбербанку, если ничего не перепутал. С правой стороны Эра, инновационный иннополис у нас расположен. Смотрим, будут меня обгонять или нет. Вроде бы место оставил. А здесь у нас родник. База, ну, пансионат. Ну, что-то говорят, там у него какие-то перетрубации происходят. Как это будет выглядеть в дальнейшем, я честно не знаю. Налево здесь можно пройти.
полетело все. Так, доехали мы до места, которое называется Юность. У нас здесь отдыхает наше МВД. Больших количеств, видите, сколько людей ходит, и все, это при погонах в жизни, не на отдыхе. С правой стороны находится Кристалл оздоровительный, то что такое лагерь Юность. Очень большая, кстати, территория. Пишите ваши отзывы, знаю, что подписчиков у меня оттуда тоже очень много. Спасибо, что смотрите. Вот здесь с правой стороны был проход к морю. С правой стороны пансионат Мечта. С левой стороны все до сих пор это Юность. И вот тоже, видите, сколько едем, постоянно проходы к морю, проходы к морю. То есть постоянно есть доступ. Очень хочется, чтобы их становилось больше. Вот здесь появился между Голубые ели. Вот как раз таки это база отдыха, автокемпинг. Можно приехать прямо на Пионерском проспекте в этих Голубых елях отдыхать. Влево Урал, и вот сюда направо проход к морю. И прям вот тут идет у нас бывшая Ласточка, сейчас Урожай бывший, а сейчас называется Ален Ривьера. Сделали, видите, у нас вместо зеленой зоны огромную парковку для себя. Вот хотелось бы, чтобы с той стороны сделали, там двухъярусно где-то сделали. А вот зеленые зоны они украшали так, как они сделали у нас новый экопарк. То есть очень красиво, классно. Хочется, чтобы на Пионерском проспекте были не парковки, а такие зоны. Хотя, вот честно, по-хорошему рассуждаю, если это общедоступная была парковка, может быть бы мы так сильно не возмущались. Но они сделали для себя на муниципальной территории. С левой стороны проехали Буревестник, здесь еще Россиянка находится. Тут уже вроде как должны первые жильцы заезжать, там как апартаменты ее распродают. С правой стороны у нас тут завис комплекс, перестраивали, должны были спортивные объекты появиться. Тут вот новая гостиница у нас открылась, Majestic от Алиана тоже. То есть Алиан постепенно весь Пионерский проспект захватывает. А здесь у нас находится Абрау, называется это. Ой, не Абрау, прошу прощения, Бора-Бора. Бич Клаб, то есть там можно отдыхать возле бассейнов. Смотрю, что постепенно они уже готовятся запускаться. С левой стороны находится аквапарк, друзья мои. И здесь направо проход к морю. Там я снимал одну хорошую базу. Кристалл Уют, по-моему, она называется. Посмотрите, тоже великолепный отдых. С левой стороны мы проезжаем. Это местечко у нас называется Звездочка Юг. И с правой стороны, я не могу вспомнить, добро пожаловать. Тоже детский лагерь, ракета, что ли. Они или ракета следующая снесли. То есть, ну, нету больших вывесок. Направо проход к морю опять-таки. То есть, смотрите, один за одним. Они говорят, нет, ракета вот, а тот, значит, там по-другому назывался. И ракета, видите, у нас территория зависла, но так как поменяли забор и повесили новый план строительства, я так понимаю, что на детской территории, детского лагеря разрешили строить что-то другое. С левой стороны Давиль находится от Алиана. И походу туда как раз таки приезжали французы у нас. Наверное, там что-то будут строить. Здесь у нас ребята на джипах решают какие-то вопросы. С левой стороны бывший Восход, нынешний Сан-Парко. И опять-таки здесь возле него проход к морю. Один из любимейших моих пляжей. Если жить в Анапе, я бы, наверное, ходил на пляж только сюда. Вам могу посоветовать, пока не построилась сюда ракета, новый пансионат, там будет вполне себе комфортно отдыхать. Зори Анапы, детский пансионат, который писал на меня заявление в полицию за освещение подтопления. Их территория, пляжный поселок, с правой стороны проезжаем. Сколько много интересной информации рассказываю. Здесь вот территории тоже заброшенные стоят уже очень долго. И даже я не вспомню, как назывались эти лагеря. Здесь вообще стройка самого детства моего заброшки как осталась, так и стоит. Проезжаем территорию пляжного поселка. И здесь золотистый, золотой проход вот направо к морю имеется. Тут, кстати, проходов очень много, потому что территории не позакрывали. Нарезали бывшие золотые пески пансионат на разные, так сказать, участки. Примеры с левой стороны. И тут вот проход к морю через арочку очень хороший. Платная парковочка есть. То есть можно заезжать, припарковаться до моря очень близко. Тут недалеко от центрального пляжа все это находится. Ну и Пионерский проспект постепенно заканчивается. Мне даже интересно, записалась ли запись или нет. С правой стороны у нас проход еще один. Голубая даль. Был пансионат, его снесли. Тут магазин всякую всячину строят на его месте. Ну и парковка, кстати, есть. Можно приехать от перекресток сюда.
То есть, в принципе, территория хорошая, но парковки надо делать многоуровневые, потому что спрос на территории летом колоссальный. И людей бы сюда приезжало большое количество, а у нас вот пляжи в доступе рядышком с парковочкой, можно сказать, теперь больше нет. Это как Витязева перекрыли, это был любимый пляж у всех. Люди готовы были в пробках стоять, туда ехать. Ну вот речка Анапка. С левой стороны у нас парк аттракционов находится, который называется «Джунгли». Тематическое такое место. Очень много сегодня выпускников гуляет. Вон девчонки пошли в перекресток, наверное, вкусняшек купить. И это тоже проход. И там проходы к морю, тут проход к морю. Ну а теперь мы удаляемся от моря, от улицы Набережной. Мы уже переехали на улицу Красноармейская, которая называется. Ну, я думаю, давайте еще чуть прокатимся. Опять до Крымской, посмотрите по сторонам, тем более здесь мы также видим, как территория готовится уже вовсю к открытию и развитию. И это интересно, играет отовсюду музычка. Самое главное, что плюс 20 всего лишь пока на улице, хотя было сегодня 28 в Витязево, когда снимал возле моря. Ну, солнце пошло к закату и температура постепенно падает, к большому такому сожалению, друзья мои. Но так, в принципе, я смотрю, что очень зелено, как всегда, не хватает. Но нет, парковочные места есть, вот просто человек не паркуется. Тут, кстати, тоже должны включиться у нас в скором времени платные парковки. Это очень сильно не хочется, но будем смотреть, как это будет работать в дальнейшем. То есть желание администрации убрать вообще транспорт из Анапы, чтобы люди ездили либо на такси, либо на автобус. То есть это им будет уже 100% выгоднее. Хотя вот в зимние тарифы на переезд на такси тоже довольно-таки выгодно. Подъезжаем к улице Северной. С левой стороны здесь большое количество разнообразных тоже магазинов. Это вообще торговый комплекс или центр, проспект называется. И Магнит там. Ну вот опять-таки маленькое количество парковок, тем более перед Магнитом все отдали их для людей с ограниченными возможностями. Они, конечно, нужны, важны, но там вот вместо двух машин, машины 4-5, наверное, бы стало. Вот это, конечно, обидненько. Так, еще чуть-чуть, и мы с вами уже двинемся. Тут перекресток мы подъехали, просто самая, так сказать, загрузка. Ну, зато есть возможность посмотреть пока по сторонам, как говорится, пока наше движение с вами начинается, и увидеть вообще все, что здесь происходит. Так, поворот налево на Северную. И, кстати, очень многие удивляются, почему в этом году не работает этот Сан-Марин. Сан-Марин, он под Вагнерами, друзья. Поэтому желаем скорейшей реабилитации нашим дорогим солдатам, чтобы все у них было хорошо. Налево у нас Катя Соловьяновая пошла улица. Мы подъезжаем вот автовокзал с левой стороны. И дальше центральный рынок и гостиница «Центральная» в Анапе. Недавно тут был пожар, мы все потушили. Направо пошла улица Горького, которая частично пешеходная, частично проезжая. Направо улица Терская. И доезжаем с вами до Крымской. Друзья, я вас всех благодарю, что вы со мной сегодня прокатились. Надеюсь, что было познавательно, интересно, классно, полезно. С вами был Юрий Азаровский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и привет вам всем из солнечной Анапы. Надеюсь, что погода у нас такая останется очень надолго. Все, пока-пока.